Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы играем в игру Sky, ну, про кота. Поэтому... Так. Хорошо, как-то можно... Давайте продолжить. Итак, нам надо собрать блокноты или кто записи. Четыре штуки. Две из них мы нашли. Осталось еще две найти, чтобы какой-то там лифт заработал. Вот, ладно, будем смотреть. Мурлыка, да? Ничего. Котенок, давай. Так. Ой. Ой-ой-ой-ой. А как отсюда? Выйти. Эй, док, я нашла ключи твоего сейфа. Так. Так, понятно. Мы здесь уже были. Давай, выматываемся отсюда. Так. Не получится. О. А, там спать можно. Что, все что ли? Ну, давайте выйдем отсюда. Это какой-то фонарь. Так, что у нас здесь есть? О, автомат. А мы здесь уже взяли все? Да, здесь мы взяли. Здравствуй. О, это ты, привет. Ты выглядишь странным и маленьким, но что-то в тебе есть. Конечно. Я очень хочу тебя поблагодарить, но не буду, потому что не понимаю, зачем. Так. Ну-ка, давай-ка вот эту покажем. У айсайдеров есть логотипы. Они были группой роботов, ищущих выхода на поверхность. Момо был одним из них. Однажды они решили претворить свой план в жизнь и отправились в канализацию. К сожалению, с тех пор о них ни слуху, ни духу. По какой-то причине Момо остался, думаю, он всегда будет сожалеть о своем решении, бедняга. Ну-ка, ноты, что ты скажешь? Ноты, к сожалению, не умею играть на музыкальных инструментах. Ладно. Так. А что у нас здесь есть? Давай. Пакостим. А, спать. Подожди. Нет, спать мы пока не будем. У нас еще куча дел. Так. Ага. Так, ладно. Так, нам куда? Давайте. Вот у этого автомата. Так, давай. Думаю, что аутсайдеры живут в верхних квартирах. На этих узких улочках мы ничего не найдем. Да понятно. А я сюда не за этим шел. Так, ты немножко похож на Зурка, но по крайней мере издалека. Они так мило выглядят и звучат, но не позволяй себе дурачить, эти шутки прогрызают металл. Они ужасны. Так, подожди. Ноты, к сожалению, не умею играть. Так. Так. Они живут на верхних этажах. Понятно. Так. А здесь у нас что? Перевести. Так, меняльщик. Понятно. Прачечная. Дизайнер, бабушка, программист. Или он. Программист. Программист или он. Так. Стучите в дверь и ждите, пока вам откроют. Хорошо, сейчас постучим.
Посмотрим, что здесь есть. Перевести. Дизайнер, бабушка. Бабушка, что ты можешь? Я очень люблю вязать, и уже связала шарфов так, чтобы занять время. Если принесешь мне кусочек электрического кабеля, я смогу сделать тебе пончо, ты меня вдохновляешь. Но найди подходящий материал здесь нелегко. Понял я, что тебе надо. Ага. Ладно. Бабуля, подожди. Блин. Ага. С опаской идет что-то. Что здесь есть? Я откуда отсюда пришел, что ли, или что? Непонятно. Это что? А, кстати, если поточить об все этих, собрать какой-то бонус будет. Если об все когти поточить, где показано. Это что за лестница, куда? Ага, воспоминания. Покойтесь миром, люди. Люди были первыми обитателями этих мест, похоже, они все мертвы. Как ты думаешь, каково это быть мертвым? Знаю, но это глупый вопрос с моей стороны. Действительно ли он обрели покой? Обрету ли я покой, когда умру? Я не знаю, но смерть значит для и. Просто не хотел портить настроение. Пошли дальше. Воспоминания собирать, значит, надо. Так. Давай перевести. Ищу ноты. Вот, вот они ноты. Чего там? Ищу ноты для игры на гитаре, чтобы поднять настроение. Если найдете, принесите мне. Я живу рядом с лифтом. Моруск. Понятно. Ноты. Не все так просто с этими нотами. Давай. Познакомимся. Этим ребятам лучше перестать равнять ведро с краской, иначе космос раз... Да. Давай. К сожалению, я не умею играть. Давай, вот это. Ну да, все знают про символ аутсайдер. Они живут на верхних этажах. Да, мы знаем. Итак, идем, идем, идем. О! Подожди, стой. Это что? Ничего. Хрен там, не так просто, да, взять? Я думаю, что аутсайдеры живут в верхних. Так. Так мне не аутсайдеры нужны. Так. Что здесь у нас? О. Давай. Берем. Здесь ничего нету, да? Идем, идем, идем. Давай, перевести. Доступ в канализацию закрыт из-за большого количества зурков. Будьте осторожны, оставайтесь в безопасной зоне. Какая? О! Так. Используйте цифровой код. А что цифровой код-то? Цифровой код. Блин. Да. Подожди, тут может есть, нет? Цифровой код. Сомневаюсь, что это вот от него, кстати. Номера телефонов. Ладно, пойдем.
Познакомься, привет, я музыкант, но у меня нет песен. Завтра будет завтра. Звучит круто, вот смотри. Так, это спать. Ох ты. Ты молодец. Мне нравится. Да подожди, нет, вот сюда. Так. Так. О, воспоминания. Что за воспоминания? Поразительно, компаньоны очень сильно эволюционировали. На первых порах их просто и всего лишь имитировал человеческое искусство. Теперь все эти принадлежит им. Люди часто говорили, что искусство важно в безвыходных ситуациях. Сейчас ситуация, безусловно, безвыходная. Так. Пойдем быстрее. Попал куда-то. Так. А, стой, торгаш. У меня кое-что есть для тебя. И снова здравствуй, чего ты хочешь в этот раз? Набор экзотических болей лучше на рынке. Ну давай. Подожди. Так. Пароль, таинственный пароль от сейфа. Энергетический напиток. Я там еще средство. Это древняя реликвия сидит так, в таланте наших предков. Ты ни хрена себе. Это что? Так, будет стоить одну банку. Вот, держи. Хорошо. Так. Взгляни на эти сокровища, скрытые в мусоре. Подарки с небес или еще откуда. Так. Мне с тобой не о чем здесь говорить, да, пока что. А вот это что-то так повезло. Так, теряй себя, мат. Так. Что тебе? Давай записную книжку маму покажем. Все здесь знают символы. Пароль от сейфа, да. Понятно. Так. Да я помню, что я где-то брал. Брал где-то чистящее средство это. Блин. Это что? Познакомиться, оставил на улице, на следующий день зурки сажали вот целиком полностью. С ума сойти, они могут все съесть. Так. Это очень старый, так. Все здесь знают этот символ. Блин, что-то я понять не могу. Инвентарь, так. Записная книжка, почему-то одна. Записная книжка, а вот еще одна. Три. А где еще одна записная книжка? Блин.
прыг. Это я где? Давай, 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 давай. Молодец. Так. Что тут есть? А я тут уже собирал вроде. Это бар. Так. Что-то почитай. Так. Блин, никто, да, не поможет помочь. Так, сюда, сюда. Такой большой бар. Познакомиться. Ты бы чего хотел? Ну да. Да это я, блин, пошел ты нахрен, это я без тебя знаю. Это что? Джейкоб, лучший работник месяца. Чего-то сентябрь 27-го года. На. На. Ну-ка. Джейкоб. Здесь новенький, чем я могу тебе помочь? Вот так. Ну это понятно. Чем еще тебе можно помочь? Записная книжка. Так. Давай, очень старый двоичный код. На. А это чего? 1, 2, 8, 3. А вот это? Ну давайте попробуем. Давайте попробуем. 1, 2, 8, 3. Только, блин. Нет, не сюда. Так. Давай, 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 беги, беги. Ну-ка, сюда. Так, как? 1, 2, 8, 3. О, ну вот и взял. Блин, давай музыканту отдадим. Пусть играет. Стоять. А управление поменялось, да, опять? Да блин. Вот так. Давай тебе еще одну. Буду практиковаться. Так. Так, найти еще. На. Давай, звучит круто, вот смотри. Давай, играй. Как на дендике, да, такая мелодия успокаивающая. Блин, аутсайдеры, аутсайдеры. Блин. Так, что у меня? Энергетический напиток. Пойдем, пойдем, пойдем. Блин. Куда я пришел-то? Еще немножко наверх. Так, а здесь что? Я взял. А куда надо нести эту штуку? Подожди.
электроснабжение, вентиляции. Ага. Как-то туда зайти теперь надо. Где-то. Ну, вот так вот. Так, так, так. Сюда, сюда. Попей, попей. Все, хорош. Смотрим, что здесь есть. Роботы, роботы. Давай. О, может, ее вниз надо? Нормально. А зачем? Не понимаю. Подождите. Блин. Давай сюда, сюда. Что это? Взять записная книжка. Чё? Последняя записная книжка. А, вот, все. Вот так удачно, смотрите как. Так. В этой книжке есть, так, все написано. В придатчике есть конструктивный недостаток. Но кажется, я понял, как его исправить. Вот уравнение. Это должно помочь мимо починить приема передатчик. Так. Ну все. На. Да блин, надо. Точно помню, что где-то я его находил. Куда вот только? Так. Подождите, не спешите. Прыгай. Прыгай. Еще прыгай. Прыгай. Ага, мне он туда. Но я же находил ее до того. Где-нибудь есть автомат этот? Наверху. Не вижу. Не вижу, ладно. На. Сюда. Давай, давай. Хоп. Давай. Привет, маленький кот. Все еще ищешь эти бесполезные записные книжки? О, ты нашел записную, оставил Клементина. Она была очень храброй, знаешь ли, самый бесстрашный роботом, которого я когда-либо встречал. На. О, это принадлежало доку, он был настоящим знатоком. Так. Погоди, ты действительно нашел все записные книжки моих друзей? О, что говорится, в этой книжке прямо передатчик можно починить, это невероятно. Так, ладно. Ну что, я вас сомневался, обещаю вам, я найду способ выбраться на поверхность. Ну давай. Теперь давай починим этот кусок хлама под названием радиопередатчик. Чини. И вообще повезло, что я нашел это все дело. Я супер кот. Вуаля, работает. Пойдем со мной. Пойдем. Пойдем, пойдем. Ты что, тоже через окно ходишь? Там наверху видишь, что здание возвышаешься над остальными. Если установишь радио прямо передатчик на самом верху, то и башни мы сможем общаться со всем городом. Возможно, мои друзья все еще там. Если выход есть, они об этом узнают. Все хорошо. Ты единственный, кто достаточно мал и быстр, чтобы вернуться. Так. Ты нужен, да, маленький аутсайдер. Помоги нам увидеть небо. Да, блин.
А в какое издание ты тыкал-то пальцем? Со всем городом. Блин. Так, крыши. Давай, 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 давай. Тут тоже сколько угодно можно тереться, да? Ладно. Некуда. Пойдем. Так, мяукните, чтобы привлечь. Блин. Да идите вы нахрен. Так. Пойдем, 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 Котя. Пойдем, 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 пойдем. Опа. Блин. Сожрали людишек-то, по ходу дела. А куда? Куда, куда? Давай. Ой-ой-ой. Я еще и ноты-то ему не все отдал, тому мужику. Че тут? Воспоминания? Город полный неоновых огней. Так было не всегда. Раньше существовали строгие ограничения на потребление энергии, особенно в трущобах. Но люди не могли смириться с постоянной темнотой. Однажды кто-то включил радужные лампы и неоновые вывески по всему дому. Этого человека схватили, и больше его никто не видел. Но это вернуло людям надежду. Вскоре все начали зажигать огни в своих домах. Угнетатели ничего не смогли с этим поделать. Так люди снова могли увидеть цвета, как в аутсайде. Я думаю, это помогло. Да блин. Так. Ты не прыгаешь здесь. А, вот. Хрен оставь, я туда прыгну. Не туда. Еще разок надо. Вот так. Ладно. Ой-ой-ой. Блин. Давай, пойдем. До конца. Прыг. Прыг. Пойдем, пойдем, Котя. Блин. Я хоть надеюсь, я правильно иду. Давай. Ой-ой-ой. Ага. Так. Вот так. Ага, отдыхайте. Блин, обманули.
Так. Мне как-то... Да тихо вы меня пугаете. Вот сюда надо, в другую сторону катить. Подождите. Смотрите, какой хитрюга. Давай, 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 Котя. Иди, иди. Прыжок. Прыжок. Давай, давай, давай. Здесь специально для тебя проход оставили. Да, доверили же мне работенку. Хоп. Отлично, теперь давай устроим на самом верху этого большого здания. Блин, того большого здания. На. Ой-ой-ой. Давай, роняй доску. Как, блин, тут все запоганено. Прыжок. А вон и они. А мне куда надо? Непонятно. Понятно, что непонятно. Ну-ка, циц. Да, блин. Сожрали. Давай еще разок. Куда мне там надо? Этот бочонок куда-то перетащить, перевести. Прыжок. Прыжок. Кстати, надо в интернете почитать, в чем цель игры. Смотаться отсюда. Из города. Ну подожди. Да отойдите вы от меня. Блин, сожрали. Ну-ка еще разок. Зурги, блин. Вы металл вроде жрать хотели, а не меня. Живого и пушистенького. Так что... Нечестно как-то. Так. Прыжок. Прыжок. Сюда. Да. Опа. Так, ну это я правильно пробежал. Они, оказывается, прыгают, падлы. Да тихо ты. Хоп. Хоп. Блин. Блин, я вас боюсь уже. Так. И зачем мне, допустим, сюда надо будет? Не знаю. Ну-ка, давайте посмотрим. Ну сидите там и сидите. Так. Что-то я
Ну понятно, что здесь нету ни хрена. Кто ж вас таких создал-то? Ой-ой-ой. Давай, беги-беги. Вот так. Закрывай дверь. Все. Отдыхайте. Так. Мне что-то куда-то надо перекатить. Не совсем понимаю. Вы что-то должны сделать там или что? Блин. Или я здесь где-то должен это установить? Не совсем. Не совсем понял, конечно. А, все, понял, вон вижу. Давай. Надо бочку выкатить. Давай-давай-давай-давай. Пока они не пришли, я не знаю как. Пока. Прыжок. Это, если они придут, пипец будет. Да беги. Прыжок. Прыжок. Ого. Чё, вы упали куда-то? Ну, блин. Вот я давай. Прыжок. Так. Как в зомби, да, как в зомби. Бегай кругами. Да блин. Да. Уйди, уйди. Вот так. Давай, поехали наверх. Ух, как меня еще. Давай сюда, на всякий случай залезу. Лифт работает еще, смотрите-ка. Поднимайся наверх. Блин, одинокий котик на карнизе за окном. Приехали.
Лучше всего не спешить. Так, выберите предмет. Выбрали. Все, теперь можем общаться со всем городом. Еще что ли? На ком всякие вышки есть? Он такой довольный, вальяжный пошел. Выглядит очень красиво. Да, согласен. Я вспомнил город, он должен быть стать убежищем. Ну, стал могильником. Те огни похожи на звезды, но это всего лишь фонари на герметичной крыше, закрывающей город. Люди построили эту оболочку, чтобы защитить себя от сайда, но это им дорого обошлось. Так, а вот сайд был ужасным местом, совершенно бесплодным. Но если ты пришел оттуда, значит, там снова безопасно. А я обещал не просто пойти в Уитсад, я обещал открыть город. Вот так вот. Я до сих пор не понимаю, почему одни воспоминания возвращаются ко мне, другие нет. Потому что я их не нахожу. Но теперь я уверен, что это мое предназначение. Я должен открыть город. Давай вернемся и найдем Мимо. Теперь, когда мы подключили приемопередатчик, можно надеяться на помощь. Давай. Поехали. Хоп. А ведь могли бы меня в ведерко посадить и тянул бы. Я бы доехал бы безопасно. Нет, придумали, блин, тащиться. Итак, вот герой. Встречайте. Трущобы, часть вторая. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!